Здравствуйте, друзья. У нас такой вопрос. План жизни, план эмиграции нам предлагают построить. Давайте попробуем. Михаил, добрый день. Просим совета. Мы, Наташа, 48 лет, Дмитрий, 53 года, москвичи, в течение 3 лет смотрим ваш канал. Так, это хорошее начало. Именно он помог принять важнейшие для нашей семьи решения. О как! Так наша дочь, закончив бакалавриат по экономике, решила изменить свои планы на жизнь. За год до окончания бакалавриата она прошла ваш онлайн-курс по тестированию и сразу после института уехала учиться в США, поступив в магистратуру на компьютер сайенс. Вообще могла и не учась у нас поступить, мне кажется. Ну, хорошо, так она завелась, я понял. В этом году мы выиграли в грин-карт лотерею, а это вот только начни, понимаешь, только вот отправь куда-нибудь ребенка, тут же и так и бывает. Я в прошлом операционная сестра, но последние 20 лет, значит, из 48, 20, то есть с 28 лет, занимаюсь учетом товара, пользуюсь примитивной складской программой. Учет товара, хорошо. Так, тестирует фактически, значит, наличие товара с предполагаемым наличием. Хорошо. Английский к моменту приезда в США, надеюсь, сделать средним. Ну, время есть, да, время есть. А Дмитрий, инженер-механик. Хорошо. В течение последних 20 лет свой бизнес, технические вопросы пополам с административными. Ну, хорошо, что технические тоже. Так. Английский выше среднего. Ну, вообще, молоток. Реальны ли наши планы? Вот, теперь у них есть план. Наташа, 48 лет. Пройти ваш курс на русском, плюс курс при Бауманском институте по тестированию. Ну, то есть, набраться чего можно по-русски. Так, хорошо. Одновременно с изучением английского пытаться решать задачи на U-тест. Если поймем, как это сделать для России. Да, это сложно, потому что там мало проектов дают за пределами США. Ну, да, ну, бывает. На это потратить 1 год. Ну да, у них год все равно есть, хорошо. Приехав в США, устроиться на любую работу с целью поднять язык. Одновременно проверяя свой языковой уровень, прослушав ваш онлайн-курс на английском. Замечательно. Если уровень языка окей, еду к вам на живые курсы. Наташа едет, хорошо. Дмитрий берет ваш онлайн-курс сразу, на английском, видимо, да? Приехав в США, пытается устроиться тестировщиком или в фирму по обслуживанию какого-либо оборудования. Дальше со мной к вам. Постскриптум. С чужих слов мы выглядим гораздо моложе своих лет. Не менее 10 лет точно. Хорошо. Так, конечно, люди живенько так, да, там, тут работает свой бизнес, все дела, конечно. Москва, город, там, суета со всех сторон. Спасибо большое за все, что вы делаете. Будем благодарны, если найдете время ответить нам любым удобным вам способом. И как прямо это закрутили-то? Ну чего же, ответим вот старым казацким способом. Значит, будем ехать по дороге и трепаться. Поехали. Так что мы, друзья, занимаемся теперь кастомизацией, как бы разработкой такого решения, ориентировано на конкретную ситуацию. Значит, давайте мы так издалека немножко. Я пока издалека не начну, я близко подойти не могу. Значит, 48 и 53 возраст не запредельный, но не то же самое, что, скажем, 38 там и 43, да, то есть разница. Разница существенная состоит в том, что права на ошибку нет, понимаете, нет возможности сказать, ну, или еще там, ну, год туда, год сюда, там, какая разница, понимаете, меньше остается годков. Не имеется в виду вот там от прожитого, но имеется в виду до, скажем, выхода на пенсию. Вот сколько есть у человека продуктивных лет, чтобы, там, скажем, поработать до пенсии. У Наташи, слава богу, 20 лет до пенсии, ну, там почти 20, да, она в 67 лет выйдет на пенсию, у нее есть почти 20 лет, это целая жизнь. Производственно. Значит, у ее супруга Дмитрия, ну, 15. Ну, тоже, послушайте, ребята, это довольно много.
Вот. Но как бы разбрасываться не нужно, а так собрался и вперед. Значит, если они решили двигаться в тестирование, то, в общем-то, возраст им не будет помехой. Тем более они выглядят хорошо, и настроение хорошее, так они боевые. У них уже девочка в Америке. Я чувствую вот, энергетику такую боевую, вот присутствует в этом тексте. Значит, народ готов к подвигам, и это кардинально важно. Потому что народ, который не готов к подвигам, он обычно их и не совершает. Разве что по случаю, там где-нибудь, незаметно для себя. Теперь, значит, как бы я построил план? Значит, у нас есть, мы исходим из того, что у нас все равно есть год. Нам деваться некуда, так? У нас есть семья, в которой, значит, муж более подготовленный и технически, и с точки зрения английского. Поэтому, значит, мы говорим, значит, вот мы его берем, так, и он должен прошибать как бы первую брешь в стене этой иммиграционной. Я бы даже больше сказал, он может приехать там, скажем, на 3-4 месяца раньше, чем жена, да? И, например, вот он учился в онлайне, приехал, пошел на практику, так, ну там пару месяцев, а перед практикой полирнулся, еще месячишко там мы его погоняли на всякие дела, и пошел себе на практику, там пошел искать работу. То есть, на самом деле, если он приедет на 3-4 месяца до того, как, значит, приедет его супруга, он к этому моменту уже вполне может быть, ну, либо уже даже найти работу где-нибудь и так ее принимать, либо быть на выходе где-то. То есть, это смягчает, ну, как бы, трудности, как бы, благоустройства такого, да, первичного. И финансово тоже попроще. Что два человека, на них больше денег надо. Тем более, если дорогое место, вот как у нас. Это очень ощутимо. И я, понимаете как, я из времени такой голодной нищенской иммиграции, да? То есть мы тогда не продавали квартир в Москве, а ехали вообще нищими. Поэтому у меня сложилось такое аскетичное отношение к деньгам. Значит, деньги есть, и хорошо, вот на счет положи, пусть лежат. Не надо тратить, потому что потом заработать-то сложнее, чем потратить. Вот, то есть, ну, по минимуму расходуем. Значит, это даже если есть деньги, все равно вот как бы как настрой правильный, понимаете, не профукать любую сумму можно. Значит, план такой, я бы предложил. Значит, Дмитрий, у которого английский получше, начинает сегодня, да, вот, значит, изучать... на английском языке, изучает тестирование в онлайне. Получится ли у него при этом, допустим, что-то такое на U-тесте отхватить, или, может быть, в каком-то другом месте, или получится, или не получится. Получится – хорошо. Это будет дополнительный такой бенефит. Не получится – тоже не страшно. Мы от этого сильно не зависим. Прелесть онлайнового класса состоит в том, что он получает доступ к громадной библиотеке того, что у нас записано. А записаны у нас, в частности, проекты, которые делались в наших онлайновых классах последние 5 лет. Сколько вот онлайн-класс существует, 5 лет, столько и проекты. Соответственно, их там, ну, я даже не знаю, к десятку. Ему не нужен десяток проектов, я вас умоляю. Но, допустим, там 2, 3, 4. Но если у него есть время на десяток, пусть делает десяток. Ну, считайте, что он вместо U-теста делает вот эти проекты. Каждый проект там 10 часов лекций. Ну, факт лекций, практических занятий, там разбираются, там тестируются, проекты пишутся, документация записывается, там баги обсуждаются, те вопросы, которые по ходу дела возникают. Поэтому у него не то, что он там за 3 месяца пройдет курс, а у него на целый год там есть. И на 2 есть, если там желание имеется. Поэтому, да, курс не кончается. То есть он его закончил, может заново проходить, и заново проходить, и заново проходить. Поэтому он может оттачивать и формулировки, и рассказы там, скажем, о том, чего делал, какой проект, что в нем было и так далее. У него есть целый год, и все это под присмотром, он там не в одиночку. Вот, поэтому я бы на его месте вот оттачивал бы вот таким путем. Все удовольствие стоит там штуку баксов. Значит, дальше он приезжает, и мы его... на месте полирнем.
И отправим на практику. Это может произойти очень быстро. Вот. Буквально, если он как бы действительно вот так хорошо занимался, там все дела, это может быть в течение 2-3 недель, реально. Это может быть и через 3 дня, понимаете, это я не возьмусь обещать. Я не думаю, что в этом есть особая ценность. Но мы обычно хотим, чтобы человек пару недель побыл у нас там вот на кемпусе, мы бы его погоняли на прохождение интервью, да, вот. Ну, чтобы он хорошо проходил. В принципе, у нас есть там удаленная сотрудница, которую мы сейчас хотим научить. Моя задача за пару месяцев научить ее проводить интервью и тренировать на интервью. Потому что в онлайновом классе мы в этом смысле не додаем студентам. Поэтому я думаю, что эта возможность тоже будет погоняться на интервью. И дальше пойти на практику. Вот, и дальше пойти на работу. Что существенно? Значит, существенно в этом деле, что не надо упираться в тот путь, которым ты пойдешь, а надо больше упираться в направлении, в котором ты движешься. Например, вот я часто вижу, как люди сами себя куда-то загоняют в угол тем, что придумывают себе очень детальный путь. Вот они говорят, вот я там пойду на практику, а меня там оставят. Это катастрофа, понимаете? Потому что если его там не оставили, а тем, что он сказал, что для него это важно, и он сам себе такую задачу поставил, он перекрывает себе кислород в этом направлении, то есть меньше шансов, что его уже оставят. Никто не хочет ответственности такой, понимаете? Ну, не суть. Значит, мало того, что он себе перекрыл частично вот вероятность того, что это произойдет, но если его не оставили, то что тогда получается? Катастрофа, весь план рухнул, все зазря. Или он себе говорит, вот я там сейчас пойду на рынок, там через 2 недели у меня будет работа. Почему 2 недели? Я не знаю, он кого-то он знает, у кого было 2 недели. Он думает, ну я же не хуже этого. Или там, не знаю, может он 2 знает, у которых было 2 недели. Или он говорит, там я на первую работу меньше там $40 в час разговаривать не буду. Понимаете, чего он вдруг? Я не знаю, но как только человек себе... Вот в этот момент, когда самая первая работа, когда потом уже проще все намного, но это все становится более осмысленным, все эти ограничения. Но когда ты никакой работы не имеешь, и первую получить, это самое сложное, вторую легче, третью еще легче, а там пятую, она сама тебя найдет. Но как только начинаешь себе фантазии какие-то в голову забивать и какие-то, ну, барьеры ставить, вот тут проблема. Поэтому я бы на месте, значит, вот Николая сказал бы себе, займет месяц хорошо, займет 2 месяца не страшно, займет 3 тоже ничего страшного. Потому что, в конце концов, он же, план-то ему на 15 лет все-таки, он должен работать. Значит, первая работа сложна. Относительно второй, относительно третьей, относительно четвертой, пятой, десятой. Поэтому, надо сказать, вот я решаю самую сложную задачу, и я не загоняюсь себя ни в какие рамки. Теперь, что касается супруги, значит, пока у нас Николай осваивает на английском языке, что он там осваивает, в это время супруга, во-первых, у нее есть доступ ко всему тому, что есть у Николая, то есть ее никто не ограничил. Значит, она может вместе с ним это делать, может быть, с меньшей интенсивностью там или что-то. Заодно и английский подучит. Так? Насчет прохождения курса по-русски, я бы вот чего сказал. Это было бы хорошо, если бы была задача на месте поработать. Вот если вы можете пойти завтра там, на курсы при Бауманском там, институте, и после этого еще полгодика поработать, реально поработать тестером, пусть за бесплатно, пусть за символическую оплату там, $100 в месяц, не имеет никакого значения. Но если вы это можете сделать, идите учитесь по-русски, идите поработать, потому что полгода реального опыта кардинально изменят все. Понимаете? Все, вы уже там, вы уже с той стороны горки, не с этой, а уже с той. Но если вы просто будете учиться по-русски, то у меня тогда возникает вопрос, а как вы будете интервью проходить по-английски, понимаете? Вот проблема такая. И, ну, ничего страшного. То есть, в конце концов, если у вас какое-то понимание достигнуто на русском, ну, ничего страшного. Хотя я бы, конечно, может быть, сразу бы читал по-английски. Потому что это
и книжки бы читал по-английски, и слушал бы там, я не знаю, на YouTube полно, там сотни часов есть всего. И у нас тоже, ну, там, скажем, с русским акцентом, да, но вот то, что у супруга там будет, значит, доступ, можно это смотреть. Поэтому, я не знаю, я бы, наверное, вот смотрел по-английски, а по-русски только если в плане пойти и поработать. Особенно если какие-то друзья, знакомые воткнуться куда-то поработать. Еще раз, даже без денег это не имеет значения. Вы потом свои тысячи отгребете за то, что сейчас бесплатно там немножко поработаете. Понимаете? Но уже долларами. То есть вот такое отношение к поучиться по-русски. Теперь, понимаете, функция вот супруги, да, Наташи, 48 лет, у нее такая подчиненная роль. Значит, они как тандем такой, как коллектив, да, как группа, которая идет в прорыв. Они строят такой клин. Значит, во главе этого клина стоит Николай, Дмитрий, я здесь. А, и они пробивают стенку. А дальше уже там оперативный простор начинается. Поэтому Наташа в этом смысле, на ней меньше тяжести, ответственности, груза ответственности. Значит, пошла и пошла. Приехала, значит, или поработала, или не поработала, или сразу пошла искать. Это не важно, когда муж работает, когда заработок в семье есть, так? Во-первых, любые деньги уже хорошо. Когда уже есть на что жить, любая сумма, которую она заработает, совершенно не важно чем. Или в магазине по полочкам будет расставлять чего-нибудь, или там с детками сидеть. Не имеет вообще никакого значения, это все в радость. Любая копеечка, она в радость. Потому что ты не корячишься за эти бабки, а просто себе, вот как бы сказать, так, ну вот живешь. Нормально. И может оказаться, что она тоже вполне в состоянии будет проходить интервью. Если она будет учить английский, не английский, а английский для тестирования, для прохождения интервью, она будет, не знаю, там на год ближе к тому, чтобы получить работу. Потому что ее английский, это и есть английский, тестирование, английский, прохождение интервью. Вот это вот, вот и все. Понимаете, абстрактно английский, он... Где его встретишь-то? Я не знаю, так, может, в ресторане с кем-то поболтать, или там на улице. Вот, а так... Английский многолик, понимаете? Вот, учите тот английский, который вам нужен для дела. А курсы не учат английскому для дела. Курсы учат английскому как таковому. Там есть какая-то общая там для всех грамматика. Там есть, я не знаю, там произношение. Вот я знаю, что на Руси любят произношение ставить. Да. Я не знаю зачем. Ну, тут как бы у нас это не так важно. Может быть, там это важнее, чем здесь. В общем, такая история. Значит, для пары 48-53, которые выглядят на 10 лет моложе. То есть я бы это так решал. Вот как пример конкретной ситуации. Счастливо!